когда партия «Единая Россия» и «Молодая гвардия» и российские студенческие стройотряды, мы встречались еще в декабре месяце, мы это называли как антикризисные меры и говорили о том, где мы можем найти большой фронт работы для молодых людей. Понятно, несомненно, первый, как, так скажем, авансцену, конечно, выходила «Сочи-2014», тем более для молодых людей эта тема особенно, наверное, близка, важна. И когда мы в свое время писали заявочную книгу, еще это был заявочный комитет «Сочи-2014», это рассматривалось тоже в концепции такой вот образовательно-просветительной для молодежи мероприятий, для того, чтобы это стало общероссийским делом, и только в том числе должна стать общероссийским делом. А как не молодые люди должны в этом непосредственно участвовать?